Ой, Артём, вот только началась, да, я как включила? Да, как включил. Сейчас наш инструктор Артём натренирует нашу Вику. Артём, скажите, Вика все правильно делает? Смотришь перед собой, она правильно, но мало. Она врет. Сделай 15 раз, нужно 30 секунд отдохнуть и сделать еще два подхода. Хорошо, Виктория, вы готовы еще к двум подходам? Опа, молодец. Так. Совершенно верно. Артём, покажите мастер-класс. Мы должны увидеть, как делают это профессионалы. Пошел. Молодец. Виктория, вы учитесь хоть чему-то? Молодец. Если вы хотите усложнить вашу нагрузку, вашу гиперэкстензию, то они лишь где блины? Ой, блины? Блины дома я еще не сделала. Кафе. Артём, они вон там. Идемте за мной. Дело в том, что мы с Викой разработали нашу программу. Блины у нас будут чуть позже. Вон блины. А что ты хочешь, Артём? Привязать к ноге? Вот два. Вот, берем 10. Ой, слушай, такие удобные. С дырочкой посерединке. Блин, здесь дырочка. Вот эти ручки удобные. Нет, но она удобна. Артём, а ты куда? Обратно. А, ты что, блин, в руку возьмешь? На шею положено. Ничего себе, Артём, какой ты сильный. У тебя такие эти... Артём, ты правда, ты качаешь, что ли, там, да, в зале? У тебя прям такие мышцы, классно. Вот сюда. О. Ничего, смотрите. Качок. О, смотрите, качок. Все внимание на качка. Ой, сейчас уронит на голову и голову разобьет. На поясничный и ягодичный отдел. Ой. Когда серьезное лицо, лучше получается, правильно? Спасибо вам, спасибо, тренер.